С вами Масов Леонид. Эту съемку я произвожу в районе Сарпи. Смотрите, какой закат, солнце. Показываю скалу, с которой любят прыгать экстремалы. Вот сейчас Роман будет с меньшей скалы прыгать. Если вы посмотрите, вот он как прыгает. Посмотрите другие ролики на этом же канале. Вы видите, как они, он прыжок с вершины вот этой скалы совершал в море. Показываю видеообзор. Прямо перед вами уже горы Турции, пограничный корабль. Это пляж Сарпи. Прямо перед вами белое здание. Это непосредственно граница Сарпи, граница Грузии и Турции. На моем канале вы можете посмотреть, как мы с женой проходили эту границу за 10 минут. 10 минут туда и 10 минут обратно потребовалось у нас непосредственно на пересечение границы. Ну, смотрите, как здесь красиво. Горы вплотную подходят к морю. Сейчас Роман еще один прыжок совершит. Уже с верхней вот скалы, большой скалы, на фоне заката. Будем наблюдать за ним, как он это будет делать. Роман! Прыжок на фоне заката солнца. Прыжок совершен. А вот такие здесь закаты. С вами был Маслов Леонид.